Всем привет! Продолжаем гулять по Италии. Город Брешия. Шикарный город, просто очень мне понравился. Здесь сосредоточено просто очень много артефактов, живописи, скульптур. Ну, очень много всего, много старины, на которую, в общем, надо посмотреть. Ну, по возможности, конечно, если будете где-то рядом, можно зарулить туда. ТАЗ входит как автобусы, так и электрички местные. В общем, ну, да, кстати, про электрички хочу сказать, что на них особо надо, конечно, надеяться, но по поводу времени они ходят так, как говорится, так, как смогли. Опоздание до часа и более. А иногда просто берут и отменяют их. Ну так вот, Брешия. Под башней Палата сооружен фонтан Бенедоре. 1596 год. Башня Палата – один из символов города. А фонтан Бенедоре, который построил в 1596 году основание этой башни, аллегорически изображает Брешию и ее реки Гарцу и Меллу. Фонтан в майорийском стиле, созданный по проекту Пьера Марти Бендоры и выполненный Антонио Карра в 1596 году. Такой симпатичный фонтан, потому что почему-то у меня он ассоциируется с почками. Я не знаю почему, но вот. Кстати, башня напоминает башню Московского Кремля, которую итальянцы строили, кстати. Ну, собственно говоря, вот и все. Показывал вам башню Палата и фонтан Бенедоре, построенный в 1596 году в городе Брешия. Все, пока, до свидания.